Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Давайте все заботы оставим нашему Господу. Отвлекемся от суеты и принесем Ему этот вечерний фимиам. Сделаем эту атмосферу, создадим. Сердце чистое. Сердце чистое, сотвори во мне Боже, дай вполне угождать Тебе. Словно из глины ваяй меня, я в твои руки отдаю себя. Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, дай вполне угождать Тебе. Тебе, словно из глины, ваяй меня, я в твои руки отдаю себя. Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, дай вполне угождать Тебе. Божью любовь в свой. Грех тянул меня на дно, берег же был далек. Становилось так темно, выплыть я сам не мог. Но мой Бог, Господь морей, вопль слыхал средь волн, ввысь вознес рукой своей, и я спасен. Божья любовь ввысь вознесла, о, только Его любовь мне помогла. Божья любовь ввысь вознесла, о, только Его любовь мне помогла. Весь Ему принадлежу, ну я к Нему всегда. В Божьем свете я хожу, пением хвалю Христа. Так сильна Его любовь, стоит отдачи всей, ведь Он достоин всех псалмов души моей. Божья любовь ввысь вознесла,
Христа взгляни скорей, ведь Он силен спасать. На волнах любви своей может со дна поднять. Властелин морей и вод, друг для моей души. О, доверься, Он спасет, к Нему спеши. Божья любовь ввысь вознесла. О, только Его любовь мне помогла. Божья любовь ввысь вознесла. О, только Его любовь мне помогла. Аллилуйя. Слава Господу, что Он наш якорь. Тьма кругом, но мой путь освящен. Ты Дух Святой, мой маяк и защита. Якорь мой за завесой времен. Лишь в нем надежна моя жизнь сокрыта. Якорь мой за завесой времен. Во Христе я душой отдыхаю, знаю я, что моим кораблем сам Господь, а не я управляю. Что мне буря и жизненный шторм был испытан не раз и проверен. Якорь мой в испытании любом, Он все выдержит, в нем я уверен. И во Христе якорь мой закреплен. Знаю я, когда время настанет, мне уйти за завесу времен. Он меня и тогда не оставит. Якорь мой за завесой времен. Во Христе я душой отдыхаю. Знаю я, что моим кораблем сам Господь, а не я управляю. Что мне буря и жизненный шторм был испытан и раз и проверен. Якорь мой в испытании любом, Он все выдержит, якорь мой, я уверен. О, якорь мой за завесой времен. Во Христе я душой отдыхаю. Знаю я, что моим кораблем сам Господь, а не я управляю. Что мне буря и жизненный шторм был испытан не раз и проверен. Якорь мой в испытании любом, Он все выдержит, в нем я уверен. В той же, да? Вера овладеваю я своим наследием, хоть весь ад стоит против откровения, мы продвигаемся вперед и следуем за словом, что передал нам наш пророк. Удел мой выкуплен. Ваоза,
посылает предо мною ангела, хранить пути, вести туда, где место совершенное Он приготовил для меня. Бог мой свет, я защищен, уверен я в Христе моем. Он в испытаниях не скала, сокрылся в нем. Я навсегда Ева не устояла в слове в испытании, и первый грех принес смерть и разрушение. Но Бог сказал: восстановлю, не будете под гнетом, позицию вас возвращу, уплачена цена Ваоза. Бог посылает предо мною ангела, хранить в пути, вести туда, где место совершенное Он приготовил для меня. Бог мой свет, я защищен, уверен я в Христе моем. Он в испытаниях мне скала, сокрылся в нем. Я навсегда ангел, что был с пророком, пребывает ныне здесь. И Дух Святой излил, и Божие семя пробудил. Под помазанием идем, наставлены пророком. Мы поручение несем, грех побеждая Божьим словом. Бог посылает предо мною ангела, хранить пути, вести туда, где место совершенное Он приготовил для меня. Бог мой свет, я защищен, уверен я в Христе моем. Он в испытаниях мне скала, сокрылся в нем. Я навсегда, лишь в нем навсегда. Перед словом спел эту песню. Престол небесный вблизи теперь, Бог приглашает, входи в открытую дверь. На святой земле мы сейчас стоим, Он здесь. Общайся с Ним. Престол небесный. Престол небесный вблизи теперь. Брат Юра. Бог приглашает, входи в открытую дверь. На святой земле мы сейчас стоим, Он здесь, общайся на святой земле, на святой земле мы сейчас стоим, Он здесь, общайся с Ним. Святые, пусть во всех Бог благословит, кто смог прийти с жаждой, с желанием,
что на сердце встретиться с Богом, потому что этот престол небесный сейчас стал вблизи. Понимаете, и Бог дает нам вот это дерзновение, когда нет осуждения. Подходи, подходи, что у тебя на сердце? Понимаете, как той царицы. Он готов выслушать каждого из нас. И это, друзья, замечательное время. Хотя оно вроде бы такое тяжелое. Наступят времена тяжкие, написано. Все эти вещи, и все, что мы видим, все, что творится. И смотришь, знаете, многие наблюдали за выборами. Сейчас у нас эти выборы, эти партии, все, знаете, вот эти коалиции, там одно, другое, третье. Мы понимаем, что не все власти от Бога. Ну, как бы Он допускает это все. Но мы знаем нашу власть. У нас есть босс, у нас есть царь, у нас есть начальник, понимаете, которому мы должны подчиняться. Кесарю кесаря отдаем. Понятно? Но Богу мы пришли отдать Божие. Аллилуйя. Хочу вместе с вами сегодня продолжить. Так смотрю, как-то Господь стал соединять те мысли, что говорил и брат Павел, брат Володя, Дима даже вот вышел перед вечерей, некоторые вещи сказал и об этом, том, помните, Пасхи, исходе. Сейчас я хочу, пока вы стоите, прочитать, чтобы не держать вас. У меня сегодня такая тема. Намерения мои во благо, а не во зло. Ну, и кажется, почему Бог допускает такие вещи? Но намерения мои во благо. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Книга пророка Иеремии, 29 глава. С 10 стиха мы прочтем. Ибо так говорит Господь. Когда исполнится нам в Вавилоне 70 лет, исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. То есть у Бога есть назначенное место, мы как сейчас тоже пели, и Бог об этом заботится, правда? Чтобы мы вернулись на Богом предусмотренное, избранное место поклонения. Ибо только я знаю намерение, какое имею о вас, говорит Господь. Только Он, друзья, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете. Если, обратите внимание, взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Аллилуйя. И еще одно место. Это Псалом 50. Пятьдесятый псалом с 9 стиха. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне». Да, мы пели это. «Сотвори во мне, Боже». И Дух правый обнови внутри меня. Слава Господу, да? Вот это желание, да, Давида, мужа по сердцу Божьему. Не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего святого не отними от меня. Это уже как пророчество, потому что тогда не было, они не имели крещения Святым Духом, но и они имели помазание Духа Святого. Возврати мне радость спасения твоего и Духом владычественным. Утверди меня. Господь Иисус, мы отдаем это время, вечернее время Тебе, Господь. Мы приглашаем Тебя, будь ведущим здесь.
в этой маленькой скинии, в этом небольшом месте, Господь, и всех с нами, кто братья и сестры с нами на связи, благослови каждого, мы просим Тебя об этом. И пусть Твой Дух Святой коснется каждого через Твое Слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, здесь, друзья, в Иеремии мы читаем, что Бог говорит, что Он знает о нас все, и Его все намерения во благо нам, а не на зло. Но иногда бывает тогда кажется, и мы задаемся вопросом, Господь, почему тогда Ты допускаешь такие проблемы, правда? Такие бывают даже зачастую страдания для Твоих детей, что мы проходим эти вещи, и кажется, ну, почему они как бы считаются на благо? Но мы знаем и в Новом Завете, правда написано, любящим, призванным по Его изволению, все содействует на благо. Поэтому это, друзья, просто мы должны понимать характер, натуру Божию. И поэтому, когда мы, здесь брат Лука вот и начинал, что это послание, это восстановление всего, оно пришло восстановить все. И поэтому, понимаете, Бог, будучи Богом, будучи с этими семью искупительными именами, правда, Он допускает такие вещи, чтобы что-то потерялось. Но Он идет, понимаете, чтобы сделать, проявить это искупление, проявить свою натуру, проявить свой характер. Он допускает, чтобы что-то могло быть утеряно, потеряно, да, если так сказать, оставлено, чтобы потом найти. Чтобы и в этом Он участвует, понимаете? И ты тогда, видя Его руку, начинаешь Его больше любить, благодарить еще больше. Аминь. Мы можем сказать слава Господу? Поэтому бывает, ты тогда понимаешь, Господи, почему это мне? Он доверяет тебе. Он доверяет, Он дает тебе, понимаете, пройти это для того, что Он знает, Он поместил тебя, Он заложил в тебя ту победу, которую, понимаете, ты прославишь Его, а в конце ждет тебя еще награда. Потому что ты станешь золотом, огнем очищенным. Не бойтесь этих испытаний. Когда мы проходим, когда мы в это впадаем, в эти различные испытания, искушения, это Бог все это задумал. Тогда ты больше, друзья, ты намного ближе будешь иметь это общение с Ним. Вот сам принцип, сам смысл этого всего. Как брат Володя говорил, чтобы ты не боялся, чтобы ты не прятался. Правда? Потому что ты знаешь его натуру. Даже когда ты оступился, ты упал, ты упала, подвел, если так сказать, Бога. Поэтому, друзья, 50-й псалом здесь начинается, когда после того, когда Нафан пришел к Пророк Нафан пришел к Давиду, а он тогда входил к Версавии, он тогда разбил семью, он тогда погубил Урию. Но посмотрите, вот это его состояние, он знает Бога, он знает его натуру, он сожалеет, он раскаивается, он в отчаянии, он ищет его. Вот для чего бывает у нас такое, понимаете? Чтобы мы могли бы взыскать его и найти, понимаете? Вот это Божья любовь. Чтобы ты, ну, не привыкал бы к такому, все время был бы на лаврах, на что мне еще надо, это. Какой, как брат Павел говорит, показывал, пробивайся, Лилия, мистер Лилия, миссис Лилия, пробивайся. Или тебя за воротник взяли и, говорит, выставили, и он посадил в престоле моем, в престоле отца. О, слава Богу. Это будут люди, будут сказать, это несправедливо. Это несправедливо. Понимаете? Поэтому ты видишь, когда мы проходим, друзья, все святые всех веков, они проходили. Они думали, что кто это такие? А весь мир их не был достоин. Скитались. В шкурах, правда? В пещерах. Недостаток того, недостаток того. Но Бог подумал о нас даже больше. Они ожидают нас. Они не могут достигнуть совершенства без нас.
И поэтому, когда здесь смотришь, думаешь, Господи, вот это да. И кажется, вот такое, законники как бы забили. Он говорит, удали от меня мои беззакония, мои грехи. Во грехе меня зачала мать. И эти все вещи, он все понимает. Он понимает это, удали это от меня. Господь, если ты это у меня не заберешь, кто это заберет? Понимаете, есть люди, которые, они все время сравнивают, они смотрят церковь с церковью, пастырь с пастырь, семьи с семьями, мужья, и так далее. А этот хуже, а этот лучше, а этот сам. Почему такое, друзья? Не надо это сравнивать. Пусть дьявол не входит в это. А вот он такой, она такая, а вот это все. Не надо, сравнение убивает. Понимаете, закон именно такой. Вот людям нравится. Почему-то, потому что мы приходим проверить себя. Мы пришли проверить себя. Как мы приближаемся к Богу. Как брат Дима говорит, перед Пасхой, вот исход будет. Братья, сестры, третий исход вот-вот будет. Может, в воскресенье уже об этом. Но понимаете, там не было расслабуха. Извините меня, такое слово, знаете, может, нет. Но там не на свободном. Я не верю в такое. Я не верю в такое. И Эсфирь, когда она шла, она не шла в таком. Она, если надо, говорит, умереть, она готова была умереть. Если я стану жить, буду жить. Поэтому, когда, понимаете, помните, Руфь и Наимин, да? Она увидела нечто в этой женщине, в этой церкви. Она была потрясена. Понимаете, мы коснемся. Поэтому у меня там в заметках стал смотреть на отчаяние совсем по-другому. Поэтому, когда брат Дима выходит, извините, что я так прыгаю, у Эсфири было отчаяние, у Руфи было отчаяние. Орфа она поцеловала и ушла в свою деноминацию. Но она увидела живого, реального Бога. Как? Где? В истории, в газетах? В Наимине. Пусть Бог твой будет моим Богом. И твой народ будет моим народом. Куда ты пойдешь, туда я пойду. Такое было исповедание. Это вдохновило ее, друзья. Она вернулась вообще никакая. Он говорит, как попрошайка. А стала женой Вауза. Правда? Этот был путь. Поэтому здесь тоже этот путь. И поэтому даже когда мы оступаемся, мы имеем ходатая. Я не так давно об этом говорил. У нас есть заступник, правда? У нас есть адвокат. Я не то, что я могу, что хочу. Нет, если у тебя есть Дух Святой, да, ты будешь делать ошибки. Это говорит, его кровь заплатила эту цену. Но тебе не будет все равно. Ты будешь сожалеть. Ты будешь сожалеть. Ты будешь по-настоящему сожалеть. Понимаете? И для нас это очень важно. И в эти такие смутные времена, смотрим на Америку, эти выборы, и тут так удивительно, знаете, все думали, немножко, потому что все равно это есть, мы живем в этом. Друзья, я хочу, чтобы вы уловили, хотя эта тьма покрыла народы, эта тьма, мы живем в Ладыкии, это тьма. Вот этот человек живет в Ладыкии. Но я хочу сказать, что душа, рожденная душа, она перешла восьмой период. Она живет в другом периоде. Она живет в периоде невесты, слова, изреченного слова. Мы можем сказать аминь на это? Потому что тело, да, оно здесь. Но Бог приходит не к телу, Он приходит к твоей душе. Понимаете? И когда мы смотрим, все уверены были, правда? Многие и на посмешище выставляли этого президента. Потому что они не думали, что Трамп снова его выберут. И все уверены были, что Харрис займет это место. И все боялись. А почему? А шестое видение может исполниться пророка, да? Властная женщина может прийти к власти через выборы. Но так он сказал в начале. Он думал, это будет эта католическая женщина, церковь, что представляет женщину то, другое.
Но вы найдете это, которое через выборы. И все это сам. Неужели так близко уже это время? Я хочу попросить вас, друзья, давайте будем бодрствовать, не расслабляйтесь. И как бы, знаете, можно так, ну, пронесло еще. Ну, еще труба. Пусть труба потрубит, но за трубой что-то следует. Понимаете? И даже если это, ты не видишь это видимым, я хочу, чтобы вы бы обратили внимание, сколько голосов проголосовали католики за этого президента. То есть все равно что-то за кулисами происходит, понимаете? Все что-то... Ты можешь видимую часть видеть, но это еще не женщина. Но все равно, друзья, мы должны смотреть дальше. Дальше. Чтобы нечто, понимаете, чтобы мы не пропустили Божие движение. Потому что пророчество, слово, оно будет исполнено. Я не хочу, чтобы он застиг меня, чтобы я расслаблен был, как тот лукавый, ленивый раб. Я хочу, чтобы он меня застал в то время, как раз, когда мы исполняли бы его волю Божию. А он для этого открывает это слово. Понимаете? И поэтому, если мы, бывает, падаем, мы ранимся, он приходит этим словом, с этой благодатью, с этой истиной, с этой праведностью, поднимает тебя. Поднимает тебя. Но он ищет это чистое сердце. Сердце чистое сотвори во мне. Этот праведный дух должен быть, друзья. Поэтому Давид, кажется, он в такое вляпался. Друзья, но он сожалел. Он думал, что все шито-крыто. Но перед пророческим, правда, словом, этим даром ничего нельзя сокрыть. Поэтому то, что происходит, то происходит. И то должно. Но главное нам, Господи, потому что будут говорить мир и безопасность. Да? А он уже сказал. И еще киноинаугурации этой не было. Да? Еще там сколько-то дней должно пройти. И все такое. Но мы это заявление слышали, что я остановлю войны и все эти вещи. Но есть слово, все, что оно говорит. Кто будет надеяться на Господа, на человека, одно вас ждет. Но кто надеется на Господа, тот не постыдится. Аминь, друзья. И поэтому я не хочу... Помните, как в Ефесском периоде церкви? Я, говорит, немножко имею против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Друзья, это было сказано к ефесянам. А мы ефесяне последних времен. Понимаете? Поэтому нечто Бог наблюдает, смотрит. Как брат Дима говорил, перед этим исходом они совершали Пасху. У них был испеченный агнец с горькими травами. Еще один момент. И Брабанком показывает и говорит. Он говорит, я вижу, как эта черная смерть со своими черными крыльями в виде этих облаков опустились на Египет и стали взывать там эти семьи, где первенцев, где не было знака. И он это проповедует в проповеди отчаяния. 63-го года, 09-01, после печати, вечером, а утром он проповедует, он возвращается, он все время в этой проповеди, он больше там объясняет о знаке, чем в самой проповеди знаки, потому что там, а что это такое? Это Дух Святой, это жизнь, это кровь, а жизнь в крови, и кажется, Господи, так что ж тогда Дух Святой, или что такое знак, правда? И здесь он именно показывает, они находились под знаком, под жизнью. Тогда это была кровь на этих косяках, правда? И на перекладине. Это был символ. Но через это смерть не могла войти. Поэтому, говорит, они все равно, говорит, они были в одежде. Они не были в ладыкийском состоянии, разболтанные такие. Они были, и, говорит, они спрашивали, папа, все ли правильно? Все ли правильно ты сделал? Я там крик слышу, я там слышу крик. Там вошла смерть. В тот дом. И они не просто так сказали, сынок, все нормально. Нет, он подходил, он проверял, нет, я все нанес. Чем? Иссопом. Макнул в эту кровь агнца, правда? И мы созвали, если, говорит, маленькое семейство, мы созвали, чтобы съесть это все.
Говорит, у него, говорит, пот выступал. Они были полностью в одежде, готовы отправиться. Вот жених идет. Это готовность, друзья, к исходу. Я хочу, чтобы он не застал меня спящим. Я не хочу, чтобы моя семья, понимаете, ушла, а я остался. И Брабаха там кричит, я, говорит, не хочу этого. Молитесь за моих детей, за Бекки. Говорит, она вон там сейчас в конце зала, она подростка, она хорошая девочка. Она там не курит, не пьет, не это. Но она не хочет ходить на собрание. Это, говорит, пророк, послушайте, друзья, молитесь за них. Она жует жвачку, выходит из зала, это. Это трудно, понимаете, трудные времена. Для родителей эти все вещи. Поэтому это, говорит, очень важно нанести этот знак. Когда знак нанесен, друзья, тогда просто наблюдай за этим. Эта жизнь будет защищать. То слово, которое, понимаете, в тебе, оно будет защищать. То слово, которое Бог послал, Он бодрствует над своим словом. И Он говорит, что, понимаешь, у тебя не будет страха, как брат Володя говорил. Потому что Он обетовал, и Он это исполнит. Ты будешь доверять тому слову, которое Бог тебе послал. Оно в тебе. Ты ничего не можешь. Поэтому Он говорит, Господи, сердце чистое сотвори во мне. И дух правый дай мне. Иначе я не исполню этого. Но не играйтесь, друзья. Нельзя играться. Не пройдет. На кого мы? На кого мы должны полагаться? Как Он говорит, на церковь? На служителей? На пастора? Вы должны, говорит, полагаться, вы в этом понесете проблемы, у вас будет урон. Полагайтесь на кровь Господа Иисуса Христа, на ту Голгофу. Поэтому мы приходили туда. Мы вспоминали это в воскресенье, правда? Извините, что я, может, в таком этом... Но мне самому это... Меня это привело в отчаяние. И отчаяние это не то, чтобы, знаете, тебя... как-то давит, ты в такой депрессии. Нет, он говорит, это не это. Это не это отчаяние. Это то отчаяние. Говорит, мы должны все, мы прочитаем это. Говорит, мы должны после... Почему, говорит, церковь не вошла в отчаяние? Для нее что-то, ее что-то ведет в отчаяние. Поэтому он соединяет знак и отчаяние. Уловите это без этого не может быть. Ты не можешь так налегке. Тебя это должно потрясти. Для чего ты живешь? Для чего ты работаешь? Для чего ты спишь? Для чего это благосостояние? Чтобы умереть? Он говорит, вот почему мы должны умереть, чтобы жить. Говорит, вы должны что-то делать. Мы уже столько раз читали, можете найти. Не надо ничего делать. А я вам найду, что он говорит. После открытия печати. Что пора, надо что-то делать, чтобы знак был виден. Вот это от тебя уже зависит. Не от пастора, не от служителя, ни от кого. Поэтому это индивидуальное переживание. Это все послание пророка, друзья. Аллилуйя. Мы любим Господа, правда? Ефесский период церкви, 60-й год, 12.05. Если Бог имел это против вот этой церкви, он там обращается к схеме, где вот периоды церкви, то он имеет это и против той церкви. Поскольку ты оставил свою первую любовь, я имею это против тебя. Я имею кое-что против тебя. Это мое недовольство. Когда-то у тебя все было чудесно. Но ты допустил, чтобы начало вкрадываться мирское и начал вести себя немного формальнее. Ты по-прежнему носишь мое имя, да? Ты верующий, ты крещен во имя Господа Иисуса Христа, ты ходишь в собрание. Ты по-прежнему поступаешь правильно, и это хорошо. И у тебя много терпения и так далее, и трудишься, и ты как мул. Ты все работаешь, да? Другими словами, работаешь, трудишь. Ой-ой-ой. Видите? Вы оставили благодать, веру, силу, променяв их на труды и дела.
Ну, брат Бранхам, знаешь, я помогаю каждой вдове, как только могу. Что ж, это очень хорошо, это похвально. Но где же та первая любовь, которая у тебя когда-то была? Видите? Где же та радость, которая у тебя раньше была? Друзья, я смотрю, насмотрю на вас, я просто смотрю, люди начинают терять радость. Мы приходим на служение, друзья, мне не надо развлечения большого. Потому что ты сюда, когда выходишь под помазанием, это уже развлечение. Но когда мы поем псалмы, когда мы это, друзья, как Давид. Поэтому я прочитал, он был честный, он был искренний, он не лицемерил. Если ты потерял, то ты должен взыскать его. И он, ты его найдешь. Только взыщи его всем сердцем своим. Искренне. Искренне, не лицемерно. Без этого религиозного такого. О, я столько знаю, я столько лет послания. Это чепуха, это ничего. Это ноль, ноль, друзья. Это минус. Это усыпление дьявола. Какая разница, сколько лет в послании. Вот, говорит, вот эти люди, они будут. Понимаете, это будет такое, что... Потому что сейчас, понимаете, для кого-то нужен закон. Потому что благодать, ну, дает большую свободу, правда? Вот если бы закон... Вышел пастырь, как говорит, что ж так давно не ругали? Ну, вот брат Юра что-то вышел. Ну, я не ругаю. Я свое переживание рассказываю. Это меня коснулось. Если это у вас отзывается, просто скажите аминь. Я просто, меня это будоражит. Это не значит, что это самое. Я просто проверяю себя. Стал я этим ладыкийцем. Но мы живем это ладыки, но владыки будут победители. И вот об этом я думаю. Не потерял ли я что-то? Если я потерял, я хочу взыскать Господа всем своим сердцем, искренне, чисто. Иначе не найдешь. Ты можешь приходить, служение, приходить, кто-то будет находить. А ты будешь только раздражаться. Но раньше мы реагировали по-другому. Мы стали что-то терять. Мы пели, поклонялись по-другому. Мы молились по-другому, друзья. Не обманывайтесь. Начал вести себя немного формальнее. Ты по-прежнему носишь имя, по-прежнему поступаешь правильно, и у тебя много терпения, читали мы, и так далее, и трудишься. Трудятся люди, работают, трудятся. И я смотрю, приходят сюда, а вы еще на работе. Вы доделываете вот здесь, что вы еще не доделали там. А Бог это все видит. Это я говорю во имя Господа. Взыщите его всем сердцем. Но где же та первая любовь, которая у тебя когда-то была? Где же та радость, которая у тебя раньше была? Как Давид однажды возвал: Господь, возврати мне радость моего спасения. Друзья, у тебя есть спасение, но есть и радость спасения. Уловите это. Спасение не может дьявол забрать, но радость. А для Бога это очень важно. Это тот элемент, который зажигает, от которого идет искра, от которого происходит, понимаете, движение в церкви. Чтобы, понимаете, чтобы что-то сделать, надо уговаривать что-то это. И тут, или там, где бы это ни было, везде надо, понимаете, ну где так, ну, чтобы сердце горело. Вот я, пошли меня. Но она раньше была. И здесь Давид, он искренний, он говорит: верни, Господь, только ты мне можешь помочь вернуть радость моего спасения. Ни брата Павла, там, ни того, ни другого, моего. Где же те молитвенные собрания на всю ночь и слезы на щеках? Друзья, я не делаю сейчас утверждение, пожалуйста, только не это самое. Но хорошо, молитвенные собрания, хорошо, молитвы у вас домашние. Какая у вас молитвенная жизнь? Дети все это видят, все это смотрят. Не надо в суете, не надо это в попыхах.
помилуйте, ведь даже Библия заросла пылью и покрылась паутиной. Вы читаете какие-нибудь любовные романы? Ну ладно, я не буду это читать. Не смешно это мне, совсем не смешно. Кто-то, может, читает. Хорошо, романы не читают. Любовные сериалы можно смотреть. Ну, то, что тебе нравится, то, что ты любишь. Понимаете, сюда можно вот это, ну, все поставить. А он пришел, чтобы невесту взять. Приготовить. Сейчас звучит слово «приготовить невесту». И поэтому, может быть, друзья, что она еще не готова. Потенциально да. Потенциально да и аминь. Это слово, в этом слове есть все для нашей жизни и благочестия. Все. Аминь. Аминь и аминь. Я ничуть не сомневаюсь. Потенциально. Но ты должен в это войти. И вот здесь борьба. И вот здесь тогда отчаяние. Вот здесь тогда, чтобы знак был виден на виду, вот здесь нужно отчаяние. Я поэтому прихожу, я все время ищу. Я все время ищу, Господь. Понимаете, не то, что я... я не хожу в депрессии, правда? Но это то состояние, когда я хочу что-то получить от Господа. Каждое служение, каждую встречу, каждая спевка, каждое общение, каждое. Я не хочу что-то упустить, я не хочу пропустить. Вот, ну, для чего? Вот это отчаяние. Я хочу это собирать в копилку. Мы недавно тут молились там вместе. И, ну, просто небольшой букетик своему ребенку. Ну, пришла Сара, знаете, это. Ну, там взрослые находятся. Да, мы там пели псалмы, входили в канал. Но я был счастлив. Ребенок молился в канале. Даже не ожидал такого. Вау, такие это. Мы с супругой были счастливы. Мы были рады. Да, все, кто молились. Вопросы и ответы, 64-й год, 08-23. Дорогой брат Бранском, приблизительно 10 лет тому назад Бог встретил меня, исцелил, что дар любви, вернее, открыл, что такое дар любви. И с тех пор я так молюсь, чтобы мне вернуться. Получу ли я это, прежде чем умру? Услышит ли мой муж это слово? И что мне делать? Это больше, чем вопрос. Вот она сказала, вот то, что здесь написано, или она сказала, мой муж. Поэтому я полагаю, что это должно быть женщина написала. Теперь я утеряла свою первую любовь. Видите? Она охладела в духе. Вот, сестра, может, так как вы продолжаете ходить в церковь и делаете то, что правильно, вы и не потеряли своего спасения. Да? Видите? Но вы утеряли радость вашего спасения. Друзья, это совсем другое чувство. Это другое переживание. Мне это радует, знаете. Вот у нас среди нас есть брат Роман. Он один, он на хуторе. Вы думаете, у него проблем нет? Есть. Но я доволен, как он поклоняется. Если мне это нравится, насколько это Богу нравится. А это мы пробиваемся. Мы каждый раз. Мистер Лилия, пастор говорил это, друзья, пробивайся. А через что пробиваться? Такой слой темноты, такой слой грязи, жижи, болота. Но наверху есть свет. И чтобы дать аромат, надо пробиться. Вот где победители. Хотя семя в самой густоте темноты и мрака. Но в семени есть потенциал. Взыщите меня всем своим сердцем. И Бог сказал, найдете. Он не такой, понимаете? И как бывает, знаете, мы играем раньше, с детками играли. Там, вот внучки сейчас там.
меда ищет это. И мы вроде бы прячемся, но мы вот-вот готовы, потому что ты видишь, ребенок тебя ищет. Он хочет тебя найти, у него желание. Понимаете? Конечно, ты выйдешь навстречу. Защитите меня всем сердцем и найдете. И мои все намерения во благо. Сейчас вот Симон лежит. Ну, во благо, сынок. Во благо. Потому что ты можешь увидеть, что Бог сохранил тебя. Что ты не калека. Я верю, что Он подымет его. Я верю, Он уже, но Он не калека. Это во благо. Чтобы ты мог увидеть. А вот это случилось, авария случилась. Помните, мы говорили об этом. И другие сказали, ну, это не воля Божия. Он вышел из воли Божией. У брата Бранхама ружье взорвалось. И все говорили, брат Бранхам, мы не понимаем. Этот ангел стоял рядом с тобой. У тебя снесло бы голову. Потому что приклад, помните, и другие там затвор, некоторые вещи не могли найти. А некоторые отлетели, насколько, помните, до 30 или 50 метров. Он говорит, это было такое давление. Да, там, говорит, попало эти осколки, и это сам. Поэтому это было, сынок, такое давление. Но эта стена не прихлопнула его. И бывает такое давление. Ну ты, да, Антанас, другие братья, сестры, ты жив. А такое давление. Брат Невил там врезался, разбил машину. И сказал, а, какой-то грех есть. Не перестаньте думать это, этим законническим, таким религиозным этим душком. Барбанка говорит, совсем нет. Совсем нет. Для славы Божьей. Во благо, можно так сказать? А это во благо. Чтобы ты остановился, остановилась, потому что мы, бывает, засуетимся немножко. Правда? И ты говоришь, спасибо, Господь. Ты меня любишь. Ты такой заботливый. Ты такой чудный. Она охладела в духе. Сестра, может, так, как вы продолжаете ходить в церковь и делаете то, что... Правильно, вы не потеряли своего спасения, но вы утеряли радость вашего спасения. Однажды Давид взывал Господу, Господь, возврати мне радость спасения моего. Вы остаетесь христианкой, но я, то, что вам надо делать, сестра, это освобождайтесь от всего, как знаете. Что Господь скажет, что Господь, брат Невил, что многие, знаете, ждут, чтобы ну, пророчество какое-то вышло. Да ты все знаешь. Если бы ты не знал, конечно, это дары обязательно будут задействованы, друзья. У Бога ничего не пропадет. Мы не потеряем это. Это есть. Пусть они будут в порядке со Словом, в гармонии со Словом, и с Духом Святым, и с Господом. Чтобы не было у нас такого, знаете, один тянет в одно, другое в другое. Освобождайтесь от всего, как знаете. Еще не стоит точка. Ищите Бога. И молитесь. Услышит ли мой муж это слово? Что мне делать? Как я говорил, сегодня утром будьте солеными. Он утром говорил. А, это вопрос-ответ. Нет, это не то. Ваш муж будет видеть вашу чистую жизнь. Сердце чистое, да, сотвори во мне. И неверующий муж, может, у кого-то неверующий муж, или наоборот, будет освящаться для Господа верующей женой. Вот так, друзья. Спасибо Господу, правда? Послание к Евреям, глава 7, часть 1. Я тороплюсь. 57 год, 09-15. А если ваше сердце начинает сбиваться с пути, вы знаете, что что-то произошло? Вернитесь к алтарю и скажите, Христос, обнови мою радость, радость моего спасения. Даруй мне ту любовь, которая у меня некогда была. Она иссякает, Господь. Я нечто сделал, сделай для меня снова святым. Стойте! О, Господь, я ничего не могу сделать. Я не могу бросить это, бросить то.
Он говорит, стойте, я взираю на тебя, чтобы ты удалил это из меня, Господь, и я люблю тебя. Друзья, вот что надо, больше не надо ничего, понимаете? Но не молчите, не молчите, говорить надо с ним. Представляете, ну, кажется, вот Давид, ну, кажется, как это так? Все, выгнать, отлучить. Анафан, помните, когда про овечку эту одну сказал? Так ты, говорит, тот, который забрал ее. И вот суд уже надвигался. Но он настолько быстро, Бог увидел его сердце. Он его искал, и он его нашел. И тот его простил. Да, ему надо было привести в порядок. Да, он прошел какие-то вещи. Да, ему надо было собрать урожай, который он посеял неправильно. Но Бог поможет это сделать. И дальше идти в ногу со Словом. Аминь. И уходите от алтаря новым человеком во Христе Иисусе. Тогда вам не надо будет полагаться на свою церковь, полагаться на своего священника, полагаться на своего пастора. Вы полагаетесь на пролитую кровь Господа Иисуса. Благодатью вы спасены. Ну, может, еще одну цитату прочитаю. Проповедь отчаяния, 52 параграф. Теперь я верю, что мы живем в такие дни, что мы, или наоборот, дни, в которые мы живем, должны вести церковь в полное отчаяние. Я верю, после послания от Бога сегодня утром, вот утром он проповедует знак, не от меня. Я верю, что это должно ввести все это собрание в отчаяние, что мы слишком долго играли, мы слишком долго ходили в церковь. Мы должны что-то делать. Мы должны что-то делать. 54. Потом по окончанию послания видим деяние Великого Святого Духа. Видим, как он сходит, видимо, перед людьми. Даже сфотографировали его. Видим, как он трудится и показывает, что он не просто человек. Это не просто проповедник. Это не определенное собрание. Это Святой Дух показывает то же самое. Мы видим, как он трудится в собрании. Брат Юра, мы видим это? Слава Господу! Что он показывает, когда он был воплощен в теле Иисуса Христа. Теперь он воплощен в теле его невесты. Это должно вести нас в отчаяние. Понимаете? Я хочу, чтобы перед тем, как он придет, перед этим уходом, мы могли бы все привести, все было бы правильно, чтобы были бы правильные отношения, друзья. И позвольте здесь вот еще, и все, и мы будем молиться. Я думаю, мы успеваем с вами. Мы оставим лучше на воскресенье. 67. Я думаю, вот причина того, что у нас нет отчаяния, потому что это недостаток любви, любви Божией. Я думаю, что любовь Божия вызывает отчаяние. Если Бог в вас, знак внутри вас, и вы видите состояние времени. Друзья, уловите, вот это все связано. Если ты не видишь состояние времени, у тебя и отчаяния не будет. Как люди вязнут в грехе. Это ведет вас в отчаяние. Я верю, что ведет. Так вот, слово ясно говорит, если хотите это записать в Галатам 5:6, что вера действует любовью. Понимаете? Вера действует любовью. И единственным образом, как можно иметь веру, это сначала иметь любовь. Потому что, в конце концов, вера – это побудитель любви. Побудитель. Тебя нечто ведет, понимаете? Возбуждает. Именно этим вера и является. Она побуждает к любви. Любить, друзья. Теперь, если не имеешь любви, не можешь иметь веры, понимаете? Смотрите, как он соединяет.
Как можно иметь веру в свою жену? Этот мир погибает из-за недостатка любви, правда? Поэтому они друг за другом там подсматривают, наблюдают, ревнуют, потом разводы и все такое. Но если ты бы любил бы, у тебя была бы вера. У меня просто вера в мою жену. Когда меня нет, она правильно поступает. Она верит в меня. И эта вера двигается любовью, потому что мы любим друг друга. Когда меня нет, я тоже хочу правильно поступать. И так жить. Теперь, если не имеешь любви, не можешь иметь веры, понимаете? Как можно иметь веру в свою жену, если не любишь ее? Это филия, он показывает, это филия, это ниже. А что тогда в агапо по отношению к Богу? Как это может быть, если вы не любите Бога? Если вы сказали, что любите свою жену, а ей об этом ни разу не говорили. Интересный брак, да, такой? Не, ну ты же догадываешься, что я тебя люблю. Ну хоть иногда скажи. Мне просто будет приятно. Друзья, есть такие семьи, есть такие браки. Просто живут, потому что, ну, надо как-то жить. Потеряли любовь, потеряли отношения. Ну, мы же ходим в церковь, ну как мы сейчас разведемся? У нас дети есть. Любовь. Всему верит, на все надеется, долготерпит, не ищет своего, прощает. Как с этим, друзья мои? Давайте взыщем Господа. Только надо быть искренним. Не прикрывайтесь религиозностью. Если вы сказали, что любите свою жену, а ей об этом ни разу не говорили, извините, я не специально, просто нахожу, где читал. Ни разу не садились и не ласкали ее, не выражали ей это, не целовали, не обнимали ее и не говорили ей, что она самый лучший повар в стране. Все, что вам известно. И какая она красивая, и как сильно вы ее любите. Если вы этого не делаете, она об этом так и не узнает. Так и есть. Понимаете, брат Бранхам говорит такие вещи, но он, я думаю, в правильном духе говорит. Ну как это такое с кафедры говорить? Да, выражать, ласкать, целовать, говорить. И так же сам он подойдет с Богом. Друзья, религиозник никак не выкрутится. Если он это, друзья, это параллельно. Поэтому, как мы с братом Володей говорили, почему будут победители в Ладыкии? И все говорят, да, будет тот народ, который, это смерть, где твой жал, ад, где твоя победа. Друзья, подождите, подождите еще. К этому еще подойти надо. Ты должен победить духовную смерть. Ладыки этот занавес накинут. И это духовная смерть. Это что парализовало тогда в Египте. И люди говорят, была кромешная тьма, тьма осязаемая. Понимаете? Да. Это накидывается. И поэтому в тебе должен быть этот знак. Это только жизнь. Только его жизнь. Жизнь Христа. Понимаете? Которую Бог дал Духа Святого. Ею она может только двигаться. Иначе бы это просто заглушило бы. Мы бы сами не устояли бы в этой кромешной тьме. Но Бог послал свет. Аллилуйя. Послал свою жизнь. Понимаете? И из-за этого ты можешь двигаться. Из-за этого. Для чего пришел свет? Может, в воскресенье про это дойдем до этого. И мы все говорим, да, аминь, пришел свет. Это послание час. А для чего тебе этот свет пришел? Просмотреть, проверить все затаенные эти места, все всякие потаенные комнатки, правда? Пусть он лучше меня здесь проверит. Я хочу этот рентген сейчас. Я не хочу там, у суда Белого престола. Это будет большой телевизор. И вся твоя жизнь от начала, когда ты стал различать добро и зло. Правда?
когда ты, это будет проиграно, это пленка, этот фильм твоей жизни. И будешь взвешен на весах. И это будет, что перевесит. Но дети его проходят здесь. Если вы действительно ее любите, то вы это выражаете. Братья и сестры, и дети. Бывает, почему дети такие? Ходят какие-то, знаете, как, не знаю, как... А я стал задумываться, может, я? Ну, я тут, извините, немножко порезался. Может, я что-то не выражаю? Потому что они смотрят на нас. Они копируют нас. Этот мир погибает из-за недостатка любви. Сердце чистое сотвори во мне. Я хочу взыскать Господа, если что-то. Я хочу быть искренним. Аллилуйя. Так мы поступаем и с Богом. Когда мы Его любим, вы слышите? Мы Ему об этом говорим. Мы присаживаемся и восхищаемся им, поклоняемся Ему. И видите, любовь подталкивает нас к этому. Здесь он говорит, что если бы что-то случилось бы, у вас было бы такое с вашей женой, то говорит, вы готовы были бы все сделать, чтобы только это бы исполнить, правда? Больная она, или она там бывает как беременная, то солененького, то еще чего-то хочется. Все, я подхожу, друзья, мне надо приостановиться. И последняя цитата про Петра, давайте мы прочитаем. 120 параграф этой же проповеди. Мы еще вместе? Я не утомил вас? Спасибо мне. Я чувствую эту тягу, я чувствую, что, может, нету таких эмоций. Я вижу, что мы в унисон идем, что мы слушаем, правда? И я тоже слушаю. Петр, он был весь взбудоражен. Однажды ночью на море, когда он пришел в отчаяние, он начал взывать, что-то не то. Я вижу, как идет дух. Я вижу, как идет дух, идет ко мне. Корабль вот-вот потонет. Он сказал, если это ты, Господь, повели мне прийти к тебе по воде. И он сделал шаг из корабля и пошел. И когда он пошел, он испугался и начал тонуть. И отчаяние, хоть и ошибка, да? Стараясь следовать повелениям Божьим. Я надеюсь, церковь это понимает. Человек делал то, что Бог сказал ему. Теперь ты христианин сегодня. Ты находишься при исполнении своего долга, стараешься следовать водительству Святого Духа. И рак схватил вас, или смерть схватает вас. Рак, туберкулез, чем бы это ни было. При исполнении долга вы имеете точно такое же право, как было у Петра. Господь, спаси меня, или я погибну. Он взывал в отчаянии. Протянулась рука и подняла его. У вас есть то же самое сегодня, да? Но он закричал, спаси меня, Господь. Вот эта песня, да. Воплю слышал среди волн, ввысь вознес рукой своей. Там, и я спасен, да, видите? Именно, вот именно, когда вы взываете. Может быть, эта женщина, мать, кто бы он ни был для нее, сынок или внук или племянник, кем бы он ни был, воззвала в отчаянии, Бог услышал. Затем мы находим, когда он тонул, Бог его услышал при исполнении своего долга. Он начал тонуть, он допустил промах. Ну, можно сказать, да, ну, неверие там или еще что-то. Ну, промах, хорошо. Неважно, если вы допускаете промахи, это не имеет к этому никакого отношения. Мы все ошибаемся. Но будь при исполнении долга. Будь при исполнении долга. Не будь в расслабленном состоянии Лодыкии. Вы слышите меня, друзья? Слава Господу.
Мы все ошибаемся, мы все неудачники. Но теперь у нас есть тот, кто стоит с рукою крепкой, кто может протянуть к нам руку и поднять нас над водою. Поднять нас над водою, друзья. Если кто бы не допустил ошибку, ты и я это, если ты взываешь, Бог придет и подымет тебя, но ты должен это сделать в искреннем сердце, в отчаянии. Потому что если ты не... Потому что он сказал, воззовите, я отвечу. Если вы будете меня искать от всего сердца, то найдете. Аллилуйя. Хвала Господу. Я благодарен Господу, что я мог с вами поговорить, что мы можем еще с вами... Давайте мы встанем. Мы можем еще... У нас есть время, друзья, помолиться. Мы можем принести это Господу. И просто хочется, чтобы... Понимаете, чтобы здесь мы могли бы просто закрыть глаза, чтобы никто не смотрел по сторонам, туда-сюда, на соседа, чтобы ты мог бы поговорить с ним. Понимаете? Чтобы ты мог поговорить с ним. Мне не важно, это будет в полголоса, в голос, это будет как в отчаянии, или ты будешь говорить шепотом. Он, я знаю, что он слышит. Но просто я прошу, брат, сестра, не молчи, не будь в таком состоянии. Потому что если мы не говорим, если мы к нему не взываем, он первосвященник нашего исповедания. Уловите это, друзья. И поэтому он говорит, неважно, какая болезнь. Поэтому неважно. Поэтому, понимаете, он пока он говорит, я смотрю на состояние церкви, на состояние людей, на состояние мира. И Брабанка говорит, я в отчаянии. Меня вводит это в отчаяние. Почему? Он хочет большего, лучшего, правда? Божьего движения, Божьего этого всего. Поэтому очень хочется, понимаете, не теряйте этого, друзья. Не теряйте. Если мы нечто теряем, давайте взыщем. Поэтому пусть это будет не то, что, как бы, знаете, упрек. Пусть это будет просто для нас профилактика, проверка, инвентаризация. Как проверьте ваши отношения с Богом? Здесь не сможет быть ходатай. Никто, пастор, ни за тебя не заступится. Друзья, где-то он может заступиться. И от этого может, понимаете, если мы еще и бывает не все что-то расскажем или приукрасим, от этого может быть еще большее давление. Но когда мы честны пред Господом, поэтому, понимаете, в Иакова 5.15 там сказано, мы должны исповедоваться друг перед другом. И, понимаете, призовите там старших и помолятся за вас. И Господь исцелит. И может, все может, усиленная молитва праведника. И Брабанком делает ударение, усиленная, отчаянная молитва. Он вставляет туда слово, вот это отчаянное. Не просто что-то, понимаете, а по-настоящему. По-настоящему, понимаете? Когда ты можешь, ну, попросить прощения, когда бывает по-настоящему, когда ты, бывает, огорчил, или она тебя огорчила, да, ну, там, в семье это бывает, среди детей это бывает, ты почувствуешь, что это было искренне. Признавайтесь в проступках между друг другом. Друзья, из-за недостатка любви, он говорит, я вижу, почему нету отчаяния в церкви. Нету, понимаете, это ладыки, это очень такое состояние. Дьявол очень хитер, он подходит очень. Ой, одарованный, и это все. Это все, друзья, хорошо. Позвольте мне сказать последнее, что он сказал, Прок. Если бы, говорит, мне пришлось бы избрать та церковь, которая имеет дары, все прочее, такое проявление, и та, вторая, которая этого не имеет, но имеет любовь между друг другом, это вот согласие общения, говорит, я бы пошел бы туда. Я хочу вот это тоже увидеть здесь. И я первый, кто буду тоже вместе с вами поддерживать, стоять, потому что, друзья, ну мы больше, чем способны, но только нам надо быть искренними. Вы готовы? Да поможет нам Бог. Он готов услышать. Поговорите с ним. Аллилуйя. Аллилуйя. Наш дорогой Небесный Отец, мы стоим пред Твоим лицом. О, если бы церковь могла бы осознавать, что тот огненный столб, мы думаем, что мы можем что-то спрятать в мыслях своих,
когда люди приходили просто в присутствии пророка, сколько я слышал это от тех служителей, которые были при жизни. Брат Эдди Бискаль это говорил. Ты просто понимаешь, как будто прозрачный. Никакую мысль нельзя скрыть. А здесь не просто не пророк, здесь просто стоит сам дарователь. Тот Господь Иисус Христос. Та личность, которая и проявляется в этом послании. Это и есть тот знак. Это и есть та жизнь. Господь, я хочу, пусть это будет на виду, чтобы никакая смерть не могла войти. Пусть это будет мне, если что-то мы переживаем такое, Господь, Ты сказал, что это нам во благо, а не во вред. Мы верим этому слову. И если кто-то есть здесь, Господь, кто хочет привести что-то в порядок, когда у нас глаза опущены, не поднимешь ты ли свою руку к Богу? Чтобы можно было бы взыскать его своим сердцем. Когда камеры не показывают никакой зал. Когда мы стоим пред Богом. И где бы ты там, брат, сестра, не был, в какой-то группке среди нас, которые на трансляции, Бог видит тебя. Если ты склонил там где-то свои колени, Он не пройдет мимо. Не пройди, Иисус, меня ты. Дух не осеня. Слышишь, люд мольбой объятый. Не пройди меня. Господь, мы сейчас просто отдаем это просто служение Тебе. Мы можем, как Ты поведешь, спокойно, тихо. Мы можем все вслух говорить. Я закончу это потом молитвой. Господь, но мы просто хотим поговорить с Тобой. Хотим просто, Господь, мы знаем, что Ты здесь, что Ты рядом. И, Господь, как Ты сказал, близко, так близко Ты от нас. Мы хотим взыскать. Мы хотим найти, Господь. А Ты тоже ищешь, что потеряно, то восстанавливаешь. И когда мы осознаем, что мы что-то потеряли, ты обязательно выйдешь на сцену действия. Отец, может, кто-то потерял отношения. Ту, как мы читали, первую любовь. Или радость спасения потерял. Ты тот, который можешь вернуть. Мы можем, Господь, также сказать, если что-то в семье охладело, ты тот, который можешь вернуть. Если что-то между братом и сестрой, или брат братом, или сестра сестрой, ты тот, который можешь вернуть. Отец, я не хочу быть прикрученным каким-то непрощением, какой-то завистью, какой-то обидой, чтобы это меня прикрутило от восхищения. От перемены тела. Отец, ты ставишь в позицию своих сыновей и дочерей, чтобы доверить это слово. Но мы должны быть заинтересованы в уделе Отца. Или мы просто так приходим. Или мы передали, отделались от чего-то. Вообще ничего не хотим делать. Господь, поменяй это сердце. Поменяй это, Господь. Как пророк сказал, мы должны что-то делать. Вы должны что-то делать. Чтобы ваши дети были спасены, вы не будете сидеть просто на стуле. Вы будете что-то делать. Да, это сражение, да, это борьба. Но, Господь, мы не хотим отступать. Мы будем, как эта лилия, пробиваться. Потому что Ты вложил в нас эту жизнь, это семя. Мы уже видим этот свет. Скоро рассвет нового дня. Я не хочу засыпать, я не хочу оставаться в потоках этой тины. Аллилуйя. Мы хотим сказать, что мы любим Тебя. Будь Ты дальше Господом господствующим. Будь Ты нашим царем. Мы хотим поблагодарить Тебя вместе с моими братьями и сестрами. Ты так велик, что мы могли бы потом в конце спеть тоже эту песню. Ты так велик, Господь. Я хочу Тебя славить. Когда проблема, когда болезнь, когда что-то идет не так, Ты так велик. Я все равно Тебя люблю. Я все равно Тебя славлю. И я пытался, но я прихожу к Тебе,
который может убрать это. Аллилуйя. Взыщите его искренним сердцем и найдете. О, Дух Божий, двигайся, Господь, среди нас. Отец, чтобы не было никого равнодушного, Отец. Коснись твоих детей. Коснись каждого сердца, каждую душу. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Молитесь, друзья. У кого есть на сердце? У кого есть на сердце? Не обязательно это, Господь. Можете в тишине. Бог все видит. Аллилуйя. Может, пусть музыка играет. Создает это приятный шум для Господа. Ты вблизи, Господь. Если кто-то нуждается в исцелении, он тоже вблизи. В прощении он вблизи. В обновлении. Аллилуйя. Давайте это время отдадим ему. Он долготерпеливый, многомилостивый, прощающий. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе. Он такой нежный. Такой внимательный. Это наш муж, друзья. Такой ласковый. Спасибо тебе, Господи. Искренне, друзья, с открытым сердцем. Аллилуйя. О, Господи. Ты так благ, Господи. Его жертва до сих пор имеет эту силу, кровь. Прощение грехов. Скажите ему несколько слов. Поблагодарите его за это. Как вы его любите. Как вы нуждаетесь. Аллилуйя. Ты благ, Господи. Ты благ, Господи. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господи. Ты видишь своих детей, Господь. Пройдись, Господь, по этим рядам. Коснись их сердца, Господь. Восстанови то, что они могли потерять. Дай им найти это. Проверить каждому, все ли у нас в порядке. Я хочу, как Иаков. Друзья, пророк говорит, даже несмотря, что он имел право первородства, у него еще был страх, потому что брат был на другой стороне и хотел его убить. И тогда он в отчаянии воззвал к нему. Он не молился 5 минут.
Он молился до тех пор, пока не пришло благословение. Потому что это было согласно обетованию. Вцепитесь в это, братья, сестры. Держитесь в эти неизменные слова обетования. Я избрал тебя, я не покину тебя. Но Он хочет, чтобы у нас было чистое сердце, чтобы мы Его взыскали с всем своим сердцем. Не наполовину. Ему не нравится половинчатая жизнь, половинчатые христиане, половинчатые эти верующие в послании. Пусть это будет по-настоящему. Как тот темнокожий Сэм. Господь, если ты не крестишь меня Святым Духом, ты найдешь в этом кукурузном поле мои кости. Это было по-настоящему. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Отец. Спасибо Тебе за этот вечер. Спасибо Тебе за это общение. Спасибо, что Твои дети могли прийти. Они пробились, они многие устали, но они победили эту похоть плоти, похоть очей, эту гордость житейскую. Господь, пусть Твоя любовь исцелит все. Пусть не зайдет это как мед, Отец. Пусть это будет, как этот бальзам в Галааде. Господь, мы пришли. Мы не хотим уйти пустыми. Мы хотим быть искренними. Господь, наполни нас, Господь, этой радостью, этой хвалой. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за каждого брата и сестру, за каждую семейку здесь, кто представляет, Господь, часть Твоего тела. Мы все разные. Но мы просто смиряемся под Твоей крепкой рукой. Мы благодарны за эту благодать, которая выходит на сцену действий и исцеляет нас. Она дала нам зрение. Она дала нам, нам детей. Дала нам друг друга. Мы не одни. Господь, мы имеем дома, квартиры, машины. У некоторых даже не одна. Господь, Ты такой заботливый. Спасибо Тебе за это, Отец. Ты такой любящий. Ты даже в плотских вещах, которые, можно сказать, допустимой воле, Ты даже даешь нам это. Ты такой внимательный. Мы хотим дальше пробиваться и дальше служить Тебе. Любить друг друга, Господь, от чистого сердца. Отец, пошли эту любовь. Благослови там брата Тадеуша. Он приболел, Тадеуша, нашего брата Блашкевича. Он остался дома, Господь. Мы благословляем, Господь, его. И пусть эта атмосфера Духа Святого, Господь, сойдет и исцелит, подымет его. Это Божья любовь. Мы любим его, это наш брат. Там наша сестричка тоже осталась. Кто не смог прийти, благослови, Господь, каждого. Кто остался дома. Отец. Брата Симона благослови, Господь. Мы верим в это полнейшее восстановление. Господь, мы верим в Твою исцеляющую силу. Мы верим, Господь, в чудеса. Я верю, что ему не надо будет лежать полгода, как врачи там это говорят, и беречь Тебя. Я верю в исцеляющую силу. Я верю в Твое присутствие. Я верю, Господь. И если Ты здесь среди нас, Ты можешь заживить это в 4 недели. Ему не надо, Господь, там этот корсет. Пусть это будет просто как трофей Твоей благодати.
Ты уже избавил его от костылей. Отец, я благодарю Тебя, Господь. О, мы благодарны Тебе за избирающую благодать, за суверенную благодать, за Твою любовь, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Но Ты хочешь, чтобы мы служили Тебе от всего сердца. Аллилуйя. Вновь коснись своих детей, своей сильной, этой крепкой, любящей рукой. О, Господь, пусть это царство сияет, Господь. Пусть эта церковь сияет, Господь. Пусть этот светильник горит. Мы пришли, мы поправить свои светильники. Аллилуйя. Пусть жизнь Твоя бурлит, Господь. И движение Духа движется. Аллилуйя. Брата Тадеуша Страечки благослови там. Твоих воинов. Отец. Когда мы, бывает, ложимся спать, мы спим, они не могут спать. Они молятся. У них боли. Я молю Тебя, Господь, как этот Давид говорил. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. О, Боже! Да, Господь. Там брат Вася Балихан с Украины тоже благодарил за своего сына. Мы тоже принимаем это. Мы просто стоим вместе, Господь. Тогда мы молились. Мы не хотим это просто игнорировать. Отец, Ты такой благой и чудный. Благослови там, Господь, брата Василя. Благослови там сестру Марию. Благослови там и наших братьев и сестер на Украине, где, Господь, эти запах смерти, Господь, где снаряды взрываются, ракеты эти летят, пули свистят. Храни Твоих детей. Сестра Аня Маслевец, там мама нашей сестры Насти, благодарить за мужа, который вернулся домой. 9 месяцев там был на фронте. Ты его хранил. Господь, покажи ему. Она верующая жена, которая молится. А неверующий муж освящается от этой жены. То, что мы читали. Дай ей быть этой соленой, чтобы он видел твою руку и пришел к Господу. И, несмотря на эти ранения, его не хотели отпускать. В нем там осколки. Они там твоей благодатью нашли какого-то врача. И там будет эта операция. Будут вырезать там и грыжу. И... Будь милостив, Господь. Освободи его от этого, Господь. Сохрани его, Господь. И дай ему узнать, что Ты есть Господь Бог. Не ты был, не будешь, а Ты я есть. И мы должны это познать, иначе мы умрем во грехах наших. А мы познали, что Ты благ, Господь. И мы любим Тебя. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы хвалою наполнены Тебе, Господь. Как Давид говорит, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Ты не пройдешь, Ты не пропустишь, другими словами. Аллилуйя. Господь, у нас есть именинники. Наша сестра Наташа Филиппова, Эмиль Никишин. Ты его поднял тоже. У него было там как диагноз двухстороннее воспаление легких. Он уже дома. Мы благодарны Тебе. Арвидас, наш братик Дегрис, благослови его, Господь. Сестра Надежда Залозная, у нее тоже день рождения сегодня. Сестры Светы, она здесь среди нас. Ее там муж, брат Василий, остался на Украине с сыночком своим. Господь, благослови, Господь, твоих детей.
Подари им, Господь, то, что, в чем они нуждаются. А мы их благословляем Твоим чудным именем. Спасибо Тебе за это время. Ты был благ, Господь. В такой простоте мы могли просто иметь общение, Господь. Я верю, что мы провели хорошую инвентаризацию, Господь. Мы благодарны Тебе за это слово, Господь. Пусть оно будет светильником нашей ноге, когда мы будем двигаться дальше. А сейчас благослови на расхождение каждого из братьев и сестер здесь, Господь. Пусть эта неделя будет благословенной. Мы дожили до середины этой недели. Благослови каждого, кто пойдет на работу, кто трудится, смены какие-то, еще что-то. Пусть Твое присутствие не покидает каждого из нас. Наших деток, кто идут в школу, в техникумы, в университеты. Храни Твоих детей во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит вас, друзья, в воскресенье. Приходите, будем продолжать. Давай, сынок, пару песен споем. Мой Господь, в эти смутные времена Ты меня посещаешь, как никогда, и заботится обо мне Твоя рука. У потока в день бедствия скрыл меня, жажду там утоляет душа моя, и затаится словом Твоим день изо дня. Ты снова воркуешь над моей землей, и в сердце я слышу тихий голос Твой. Ты не бойся, сын мой, я Господь и Бог Твой, и я знаю своих, не покину я их. Спасибо, Господь, что меня Ты так любишь, свое Ты дитя никогда не забудешь. Доверяюсь Тебе, проводник Дух Святой, продолжай ворковать над моею землей. Так близко к себе меня, и секреты свои шепчешь мне, любя. Потаенное место сокрыл, где ты и я. Слаще меда общение, Господь, с тобой. Мой покой — это в сердце Твой Дух Святой. И то место уже не займет никто другой. Ты снова воркуешь над моей землей, и сердце я слышу тихий голос Твой. Ты не бойся, сын мой, я Господь и Бог Твой, и я знаю своих, не покину я их. Спасибо, Господь, что меня Ты так любишь, свое Ты дитя никогда не забудешь. Доверяюсь Тебе, проводник Дух Святой, продолжай ворковать над моею землей. Посылаешь Твой ранний и поздний дождь, наполнение духом Ты мне даешь. Сердце жаждущее, Господь, Ты не пройдешь. Ясно слышу я голос многих вод, это голос Твой, что меня зовет. Оживляет меня и за собой влечет. Ты снова воркуешь над моей землей, и в сердце
сердце я слышу тихий голос твой. Ты не бойся, сын мой, я Господь и Бог твой, и я знаю своих, не покину я их. Спасибо, Господь, что меня ты так любишь, свое ты дитя никогда не забудешь. Доверяюсь тебе, проводник Дух Святой, продолжай ворковать над моею землей. Ты снова воркуешь над моей землей, и в сердце я слышу тихий голос твой. Ты не бойся, сын мой, я Господь и Бог твой, и я знаю своих, не покину я их. Спасибо, Господь, что меня ты так любишь, свое ты дитя никогда не забудешь. Доверяюсь тебе, проводник Дух Святой, продолжай ворковать над моею землей. Рады спасению, пры. Радость спасения Бог мне дает. Путь в своем слове Он мне открыл. Все мои мысли к небу вознес, вечною жизнью меня наградил. Только в Его слове нахожу покоя, только в Его слове твердым будет путь тех, кто уповает на Господне слово. Вам Господь укажет истинный свой путь. Я не нуждаюсь в жизни мирской, сам Иисус меня к цели ведет. Твердо я верю, верой святой, Он приготовит себе свой народ. И только в Его слове нахожу покоя, только в Его слове твердым будет путь те, кто уповает на Господне слово. Вам Господь укажет истинный свой путь. Благо, когда Он сам когда пред словом кротко смирюсь, Духом Святым Бог невесту венчает. Усыновлению я в жизни стремлюсь, лишь только в Его слове нахожу покоя. Только в Его слове твердым будет путь те, кто уповает на Господне слово. Вам Господь укажет истинный свой путь. Приношу почтение Богу благодарность, в мыслях представляю пир на небесах. О, когда же будет, я вью это радость. Господа я встречу там на облаках.
только в Его слове нахожу покоя. Только в Его слове твердый будет путь. Те, кто уповает на Господне слово, вам Господь укажет истинный свой путь. Мы с этой песней будем расходиться. Научи, Господь, ждать на коленях, пока Ты не ответишь мне в нужное время. Помоги на людские дела не взирать, но ответа с мольбой от Тебя ожидать. Уповающие на Него силе вновь обновляться, как орлы смогут крылья поднять. Побегу и не устану, пойду, не утомятся. Научи, научи ожидать. Научи, Господь, ждать в час волнения, Твое имя призвать, пребывать в ней в смирении. Обновляй мою веру, мой взор лишь Тебе, чтоб таким, как Ты хочешь, не быть на земле. Уповающие на Него в силе вновь обновятся, как орлы смогут крылья поднять. Побегу и не устану, пойду, не утомятся. Научи, научи, пусть Господь благословит.